В столичном метрополитене будет курсировать поезд, разрисованный испанским художником Акуда. Акуда очередной раз приятно удивил. Это уже второй разрисованный поезд, в котором был привлечен художник с мировым именем. Тем более такой поезд раскрас – это замечательный подарок Дню независимости Украины для киевлян и гостей столицы. Поезд будет ездить на Сирецко-Печерской линии, но вскоре его перекинут на Святошинско-Броварскую. Напомним, что к Дню Киева в мае на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена начал курсировать арт-поезд от испанского художника Кеннера.